Я хочу рассказать о некой коллаборации между Самарским университетом и разными всякими, вот они тут висят, там ЕПФЛ, Лозаннский университетский колледж Лондона, Йель и наш любимый Aligned Research по созданию такого забавного Франкенштейна для решения задачки нейрообратной связи. То есть, ну, если очень вкратце, лежит человек в томографе и как-то анализирует то, что у него происходит, какую-то его активность мозга, и на основе этого формируется некая картинка, некий звук, некое видео и так далее. И как-то с этим все взаимодействует. Ну, чуть подробнее расскажу. А история вся эта была начата, тут еще не указано, в университете Аахена. В 2009 году написан огромный-огромный кусок кода на MATLAB, и встала задача как-то это, и оказалось, что вот этот open source на MATLAB нужен людям, люди им пользуются, несмотря на то, что это файл там 8-10 тысяч строк кода единым куском. Вот. Тем не менее, ресерчеры этим пользовались, и было решено как-то это распараллелить, как-то это оккультурить и так далее, и было принято решение сделать это все на связке Python плюс MATLAB. Ну, MATLAB в той среде, в том комьюнити, которое существует, это как бы стандарт де-факто, потому что все, в общем-то, ресерчеры в нейросайенс работают на MATLAB, поэтому пришлось сделать вот такую связку. Вот, ну и дальше я подробнее расскажу. Ну, собственно, план доклада. Сначала расскажу, что такое FMRI, как с этим работать, почему нейрообратная связь, как она формируется. И дальше расскажу, какой был исходный проект на MATLAB, и как мы скрестили Python с MATLAB, к чему все это привело. Ну и кейсы расскажу этой самой нейрообратной связи. И пример, как все это работает. Вот. Ну, проект, вот, собственно, в инкарнации Python плюс MATLAB существует где-то, наверное, года полтора. В нем активно участвуют, ну, порядка, наверное, 4-5 разработчиков, поэтому, ну, это такой open source, который вот после публикации статьи в журнальчике NeuroImage должен появиться на GitHub. То есть, ну, вот буквально мы его назвали OpenNFT, Open Neurofeedback Training, собственно, OpenNFT.org. Это, по идее, должен быть первый open-source проект по вот именно формированию нейрообратной связи на основе функционального МРТ. Вот. Ну и, собственно, как, что такое МРТ, как происходит вообще вот все то, о чем я хочу сказать. Собственно, ну, если очень кратко, задача померить активность мозга на основе какого-то физического явления. Вот существует несколько подходов. Существует более известная электроэнцефалограмма, когда одевается шапочка с датчиками, меряется электрическая активность мозга. Но этот метод, хотя и дешевый, но он достаточно малоточный. То есть, ну, грубо говоря, по всему мозгу мы получаем где-то 128 датчиков, то есть мы, ну, практически ничего не видим. А есть МРТ. Как работает МРТ? Ну вот, собственно, классическая схема. Что происходит, когда мы активизируем тот или иной регион мозга, то есть какой-то конгломерат нейронов головного мозга. У нейронов головного мозга нет, в отличие от других клеток, нет какого-то запаса энергетического в самом нейроне, и этим нейронам сразу требуется кровь, богатая кислородом, оксигенизированная кровь, которая мгновенно там, с небольшой задержкой приливает к этим самым нейронам. Это называется гемодинамической реакцией мозга, то есть некая нейронная активность вызывает нейроваскулярную активность, приливает богатая кислородом кровь, а богатая кислородом кровь видна в катушке томографа. То есть, грубо говоря, томограф реагирует на вот это вот, на вот этот вот прилив богатой кислородом крови, и это проявляется в
МРТ-томографе. Вот таким вот образом получается съем картинки мозга, который называется функциональным МРТ. В отличие от обычного МРТ, функциональный МРТ позволяет видеть эту развертку во времени. А разрешение, которое таким образом получается, это порядка 1 мм по времени и порядка 1 мм по пространству и порядка 1 секунды по времени. То есть каждую секунду мы получаем слепок головного мозга с пространственным разрешением где-то в 1 мм. Плюс-минус там все это настраивается, то есть мы можем взять некий срез мозга, мы можем взять с большим разрешением, с меньшим, как нам это нужно. Меряется это все на томографах, которые позволяют это делать, вот, которые как раз поддерживают определенные протоколы, тот самый вот, TUTISTAR и так далее. Такие железки есть в достаточно маленьком количестве университетов, исследовательских лабораторий. На Западе это очень модно, прям безумно модно. То есть, скажем, в Цюрихе, в Лозанне, в Штатах это прям, ну, фактически, насколько я помню, MIT назвал вот проблему реверсной инженерии мозга одной из 10 наиболее актуальных проблем 21 века. Ну и, в общем-то, они все это дело достаточно сильно форсят. То есть вот в Цюрихе есть не просто, скажем, лаборатории нейросайенс, а есть лаборатории, например, нейроэкономики, которые исследуют, например, процессы принятия каких-то управленческих решений внутри томографа, да, смотрят, что при этом в мозгу происходит и так далее. То есть в России с этим, ну, достаточно печально. Томограф штука дорогая, поэтому вот в Самаре есть, по-моему, один такой томограф, и то он под ресерческие нужды как бы не очень сильно сдается. Теперь мы можем померить мозг с разрешением в 1 секунду и в 1 миллиметр. Зачем нам это нужно? Мы хотим понять, что происходит в голове. Таким образом, мы меряем какие-то регионы мозга и пытаемся, то есть видим, что там или в том или ином регионе возникает некая активность, и хотим это сопоставить с поведением человека, с какими-то намерениями человека там, и как-то, возможно, на это повлиять. То есть для этого нам нужны какие-то, то есть мы должны проанализировать вот эту огромную, вот эти огромные данные, которые к нам приходят. Мы должны построить какие-то модели. Существует целый ряд различных моделей, которые анализируют, как активные регионы мозга связываются между собой, как происходит взаимодействие. Некоторые модели учитывают последовательность, какой регион возбудил какой регион, что первично, что вторично и так далее. Какие-то модели просто статистически анализируют. То есть там целая куча моделей. Вот последние, скажем, наиболее модные. То есть на самом деле существует ряд методов анализа, скажем, данных анализа временных рядов, которые перекладываются вот на этот вот нейросайенс поприще. Ну, скажем, последние там модные тренды вот в этой науке — это использование SVM-моделей, да, то есть машин опорных векторов, которые, понятно, уже давным-давно в обработке изображений, скажем, распознавании образов считаются, ну, классикой. Здесь это, в общем-то, новое слово. Но, опять же, чтобы понимать, сфера очень молодая и очень активно развивающаяся. То есть, в принципе, научились мерить вот это вот функциональное МРТ, активность мозга при помощи МРТ, ну, в конце прошлого века. То есть, 99-е годы, первые публикации и так далее. Какие-то вменяемые модели, та же самая модель динамической связности, DCM-модель, появилась в 2003-м. То есть, вот сейчас вот буквально 15 лет все развивается, и на самом деле вот у всего вот у этого, о чем я рассказываю, нет какого-то коммерческого приклада, в основном все это research. То есть в медицинскую практику это, как правило, не внедряется пока еще. Разница, да, то есть мы можем анализировать различные регионы сами по себе, можем пытаться строить между ними какие-то взаимосвязи. Но чтобы писать, какие модели существуют, как правило, вот это все к нам приходит в виде трехмерного куба, да, мы выделяем активные регионы
Из этих активных регионов, ну, самый простой способ, да, при помощи СВД там, или принципа компонента анализа, выделяем какой-то один, одно значение, которое у нас репрезентует вот этот регион. И дальше вот с этим значением для этого региона, значением для этого и для этого регионов начинаем как-то работать как с временными рядами уже во временной развертке. И там могут быть различные модели, можем там как-то. Вот модель DCM, например, описывает это в виде, все это в виде некой динамической системы, у которой есть классическое для теории управления там, уравнение состояния, вот то, что у нас есть внутри мозга, и уравнение наблюдения. Мы наблюдаем на самом деле не саму активность, а мы наблюдаем вот приток вот этой крови, так называемое гемодинамическое уравнение, да, то есть вот классическое уравнение наблюдения. И мы берем вот эти вот модели регионов во временной развертке, как различные, несколько моделей в классическом для теории управления виде, да, и начинаем, применяем для них байесовский фреймворк, находим ту модель, которая наиболее согласуется с теми данными, которые у нас пришли. Это вот один из подходов. Существует, там, скажем, другой подход, это распознавание каких-то паттернов поведения вот этих вот регионов, уже без перехода к временным рядам, а непосредственно, скажем, по методам распознавания образов. Вот здесь, скажем, начинает играть SVM-подход. Да? Вот. То есть тут куча разной математики. Кроме того, когда вот мы обрабатываем данные, да, то есть куча математики для того, чтобы подавить шумы, как-то предобработать эти данные, прежде чем выделять регионы. Еще куча, вот, собственно, весь фреймворк того, что происходит. Еще куча всякой математики, которая должна там происходить, да, и которую можно делать в каком-то там коммерческом пакете, чуть позже скажу, либо как-то там делать непосредственно в MATLAB. Обычно исследователи предпочитают MATLAB. Вот. Ну и теперь, собственно, что такое нейрообратная связь? Вот когда мы получили вот эти самые данные с МРТ, как-то выделили нужные нам регионы, построили временные ряды, мы понимаем, что у нас что-то происходит в регионах. Мы даже можем попробовать, вот, скажем, вот, на основе той самой, например, DCM-модели, понять, какая модель взаимодействия регионов мозга ближе к истине, и на основе этого принять какое-то решение. И, например, как-то просигналить об этом человеку, который лежит в сканере. Это и будет то, что называется нейрофидбэк или нейробиологическая обратная связь. То есть вот еще раз по схеме. То есть у нас есть некий испытуемый, который лежит в МРТ-сканере и который может видеть нашу, воспринимать как-то нашу обратную связь. Что это может быть? Это может быть монитор, который или там проектор, который видится через, там, грубо говоря, дырку в сканере, через зеркало специальным образом настроенное, эта картинка видится человеком. Или это может быть звук, который слышит человек, или его там банально можно молотком по коленке бить. Да? Вот. А тут, естественно, возникает проблема. Все вот эти вот экранчики и прочие средства нейрообратной связи, они должны быть MR-compatible. То есть эта штука, она имеет либо 3, либо 7 Тесла магнитного поля. Соответственно, грубо говоря, вот если мы поднесем за 5-гауссовую линию там, железный стул, то его банально потащит в томограф. То есть вот все вот эти штуки, они достаточно дорогие. Скажем, очки, которые умеют показывать нейрообратную связь, там, не дай бог, еще виртуальную реальность и так далее, еще трекать при этом зрачок, ну, стоимость начинается от 100 тысяч евро. Вот, это вот то, что... Лежащий человек. Лежащий человек сканируется МРТ-сканером, данные прилетают на некий МРТ-сервер, потом выгружаются по сети на, собственно, исследовательскую машину. Машина анализирует данные и принимает решение о том, вот, собственно, проанализированные данные с тепловой картой активности мозга, один из срезов, да, из трехмерных, и на основе этого формируется некая обратная связь, то есть, ну, предположим, меняется картинка. Но про кейсы я чуть, собственно, наверное, вот они уже кейсы.
Ну, во-первых, как это можно делать? Можно использовать проприетарный Turbo Brain Voyager. Это система, которая стоит, ну, там не разглашаются как бы косты лицензии, но, по-моему, это порядка там от 50 тысяч евро, то есть это покупается на университет. Но проблема, скажем, для европейских штатских университетов даже не в стоимости пакета, а в том, что максимум, что можно сделать с Turbo Brain Voyager, это написать к нему плагин на C. Ну вот есть нейросайентист, есть плагин на C, да? То есть это достаточно сложно, они предпочитают MATLAB. Есть какие-то попытки сделать это на Java, на C++, вот в частности какие-то гитхабы есть, но достаточно такие, не особо живые. Вот, поэтому то, что началось и было сделано на MATLAB, несмотря на всю его наколеночность, оказалось очень жизнеспособным, и люди просят, люди пользуются и так далее. Вот. Основные пользователи, основное комьюнити, оно достаточно компактное, но большое. То есть там большие деньги, но порог вхождения очень большой. Да? То есть это не, скажем, это не пользователи какой-то вот, общедоступной питоновской библиотеки, это чуть более плотная комьюнити. Вот. А теперь, собственно, кейсы. Да? Кейсов на самом деле огромное количество, то есть вот там начиная там про то, что есть нейроэкономика и так далее. А классические медицинские кейсы — это, например, после поражения мозга какая-то реабилитационные процедуры. То есть, скажем, при частичном поражении поля зрения человеку показывается какое-то видео, какая-то картинка на мониторе, и он пытается следовать определенным инструкциям. Если у него, то есть, грубо говоря, если у него часть визуального кортекса, которая отвечает за то поле, которое он не видит, неактивна, одно дело. И как только эта часть нейрокортекса активизируется, меняется дизайн картинки, которую он видит, и человек начинает как бы чуть-чуть расширять поле зрения. То есть, грубо говоря, вот такие подходы, они позволяют, ну, где-то, наверное, процентов на 10, на 15 ускорить реабилитацию. То есть для инсультных поражений это очень хорошие цифры. А следующий кейс, вот, который я, наверное, даже прямо покажу, это контроль эмоций. То есть человек лежит в сканере, видит два набора картинок. Картинки положительные и картинки нейтральные. И у него есть задача анализировать эти картинки. Как анализировать, ему не говорится. Но на основе того, как он провел этот анализ, как активизировался его мозг, он получает некое вознаграждение. Если он угадал то, чего мы от него требуем, то он получает некое вознаграждение в швейцарских франках. То есть изначально мы настроены на то, что у нас в мозге есть регион префронтал кортекс, который отвечает за когнитивную деятельность, и два небольших региона, называемых амигдалами, которые отвечают за эмоциональное возбуждение. И на основе анализа реакции мозга мы смотрим, то ли амигдалы возбуждают кортекс, то есть как бы мы эмоции ведут наше сознание, да? Либо сознание уже первичное, оно возбуждает эмоциональные центры. И вот если у нас превалирует сознание, то есть top-down control, то мы премируем человека. Чем больше превалирует сознание над эмоциями, тем больше вознаграждение. Следующий кейс — это, например, вот то, чем занимаются коллеги в Барселоне, это восприятие футбольных матчей. То есть человек видит футбольный матч, и в зависимости от того, там, как он его воспринимает, там меняется его вознаграждение. Ну, вот нейроэкономика поддержки принятия решения и так далее, и так далее, и тому подобное. Кстати, да, вот еще один фактор, почему мы не можем сделать нейрообратную связь на, скажем, на питоне целиком, потому что огромное количество, ну, основные, скажем, пакеты в нейросайенс, они сделаны на MATLAB, в частности, пакет SPM, который вот умеет работать там, с DCM-моделями и statistical parametric mapping, ну, в общем, большой анализ данных по нейросайенсу выполняет. Лондонский университет, по-моему, Оксфорд разрабатывал и так далее. Вот. Ну и вот, собственно, как это, вот, собственно, сетап в университете Цюриха.
Вот там вот за специальным стеклом, там темно, там стоит катушка сканера, в ней лежит стандартный фантом, баллон с водой, и народ пытается запустить наш софт. А вот это вот позитивная картинка, которая дублируется, которую может видеть человек в сканере. Вот это вот окошко нашего софта, он запущен на этой машине, да. То есть вот здесь происходит некий анализ данных. Вот мы видим трехмерную, то есть набор трехмерных, мозаику трехмерных картинок, которую показывает то, что пришло со сканера, и как-то меняется от этого обратная связь. Эта машина, собственно, станция сканирования, это стандартная машина, которая делает выгрузку на нашу машину. Вот, вот так вот это все происходит. А теперь, ну, чуть более глубоко, что происходит в момент, как происходит обработка данных. То есть вот у нас МРТ-сканер, в котором лежит человек. По сети прилетает в момент сканирования набор данных. Это может быть одним файлом, весь трехмерный объем, это может быть набор срезов, там как угодно. То есть существует на самом деле порядка трех типов основных сканеров. Это Siemens, Toshiba и Philips. Вот, собственно, у них у всех свои странности. Но все это прилетает к нам в некий hot-folder. Сначала это прилетает на самом деле на машину сканера по фиберлинку, потом это прилетает на нашу машину уже по там обычной гигабитной сетке. Дальше что происходит? Здесь мы обрабатываем 3D volume, 3D картинку. Здесь мы должны сделать сначала realignment reslicing. Что это значит? Сейчас я поясню на картинке. А, ну вот, собственно, вот это вот некая анатомия черепа, которая снята предварительно. Вот это вот объем, который просканировал сканер. То есть в отличие, скажем, от, если кто-то работал с КТ-данными, которые параллельно Земле снимаются, срезы МРТ-томографа могут в пространстве быть ориентированы как угодно. И мы должны их привязать в реальном времени, привязать к нашей анатомии. Выровнять, если, как правило, разрешение анатомии отличается от разрешения сканирования, то есть она более детальная, мы должны это все перепривязать, пересчитать. Плюс существует проблема motion correction. То есть мы должны скорректировать, если пациент вращает головой, он ей вращает, мы должны это понять и перепривязать к, собственно, нашей статичной анатомии. Вот, вот это вот это делается с трехмерными данными. Дальше делается смузинг, ну какой-то там гауссов, не гауссов, то есть там есть отдельные проблемы. Есть проблемы шумодава, то есть есть некие паразитные выбросы типа импульсного шума, с ними тоже надо бороться. Вот это все делается на 3D. Дальше мы должны по этому 3D каким-то образом выделить наши регионы. Это может быть анализ главных компонент, это может быть обобщенная линейная модель. То есть, грубо говоря, мы берем обобщенную линейную модель, считаем по ней фишеровскую статистику, то есть, грубо говоря, выделяем значимые регрессоры в обобщенной линейной модели, и на основе этих значимых регрессоров выделяем вот те самые регионы. То есть, грубо говоря, на основе анализа фишеровской статистики для обобщенной линейной модели выделяем те воксели, которые действительно изменились в результате нашего эксперимента, и те, которые не изменились. То есть у нас есть некий дизайн-эксперимент, то есть некий как бы входной возбуждающий сигнал. И вот те данные, те воксели, которые значимы по отношению к этому сигналу, входят в наши регионы. Те воксели, которые незначимы, не входят. То есть вот на основе вот этого анализа формируется вот эта вот карта активности. Чем более значим воксель по отношению к возбуждению, тем более ярким он будет на тепловой карте. Дальше. Ну тут еще много чего. То есть, если потом интересно, могу рассказать на вопросах. Дальше. Как только мы выделили эти временные ряды, мы должны по этим временным рядам посчитать обратную связь. То есть понять, запустить ту или иную модель и понять, как мы должны поменять
то, что видит или слышит в сканере человек. И мы должны ее визуализировать на отдельном мониторе и перейти к обработке следующих данных. Как правило, исследователи заинтересованы в том, чтобы менять. То есть нет стандартных способов. Вот если здесь еще что-то более-менее стандартное есть, здесь каждый исследователь хочет вставлять свои процедуры и функции. Да? Соответственно, здесь он хочет это все делать на MATLAB. То есть вот эти вещи должны работать на MATLAB. Если вот эти вот получения данных GUI, возможно, показ обратной связи можно сделать на питоне, который быстрее, чем MATLAB, да? то вот это все хотелось бы иметь на MATLAB. Как был построен исходный проект, теперь как бы к самой проблематике, да, это 8000 строк, и все сделано одним большим циклом. То есть как это возможно? Да? То есть фактически у нас должно быть что? Должно быть получение данных, должна быть весь цикл обработки и должна быть обратная связь. Желательно, чтобы обратная связь не была, то есть при визуализации обратной связи не должно быть задержек. То есть пациент должен видеть кадр в ту секунду, как это заложено в дизайне эксперимента. Иначе, если будет какое-то смещение, да, мы не сможем уже понять, как это коррелирует с активностью головного мозга. Да? Вот, но, и тем не менее, это было сделано на MATLAB. Как это получилось сделать? Дело в том, что, собственно, нас, вернее, исходных разработчиков спасло то, что МРТ-сканер несовершенен. И, в принципе, получение данных об активности мозга на основе гемодинамической реакции, оно в принципе несовершенно. То есть есть некий дилей от 1 до 2 секунд, есть некая задержка. То есть как только возникла нейроактивность, где-то через секунду будет прилив крови. И вот эта латентность в 1 секунду у нас есть для того, чтобы уместить весь наш процессинг данных. Ну и, собственно, на наше счастье, MATLAB на мощной машине успевал это делать. И таким образом это все было сделано как-то более-менее в однопоточном режиме и как-то более-менее работало. Вот, ну, естественно, было желание сделать это параллельно, то есть сейчас на достаточно большое количество процессов получилось распилить. Долго думали, как это сделать, то ли переписывать целиком на питон, то ли делать на Си не пошло, потому что как бы основной пользователь на Си не работает, поэтому лучше это делать на чем-то скриптовом. Либо MATLAB, либо питон. Переписывать все на питон не получилось по объективным причинам. Соответственно, взяли MATLAB Engine for Python. Существует MATLAB Engine for C достаточно давно, но где-то с 2015 MATLAB появился раппер под Python, который позволяет делать следующее. То есть, собственно, вот, ну, я такой кусочек кода набросал. Можем обратиться к MATLAB Engine, можем вызвать функцию из MATLAB, можем получить результат, можем вызвать функцию асинхронно, говорим, что async true, некий future result, если future result down, то обращаемся к этому result. Можем обратиться к переменам workspace MATLAB и можем вызывать функции, собственно, вот из этого. То есть здесь не SQRT, здесь SQRTX, естественно. Вот. То есть вот такой небогатый инструментарий есть, в принципе, им можно пользоваться. Главная штука, на которую мы натолкнулись, очень медленная передача данных. То есть вот так вот данные получать можно, да, но это будет очень долго. То есть матрица, скажем, там 1000 на 1000 передается, ну, секунду. Вот. Поэтому пришлось писать свое через MemMap, стандартный питоновский, или там быстрые вещи можно сериализовать через строку. Вот как это все выглядит. То есть вот
параметр motion коррекции, вот некие, да, некие временные ряды, построенные по регионам, сырые данные после обработки и нормализованные данные. И самое главное, мы реализовали реал-таймовую навигацию по, собственно, по нашему скану, и можно смотреть на те регионы, которые нас интересуют, вот они выделены, да, и смотреть, как в них происходит активность. И параллельно с этим происходит показ нейрообратной связи. Я сейчас чуть позже запущу, покажу, как это все выглядит. Ну и, собственно, как мы все это распараллелили. То есть в основном процессе Python происходит GUI, в основном потоке. Получение данных реализовано через Watchdog. Watchdog получает файл, пихает его в очередь. Дальше в этой очереди происходит основная обработка. Основная обработка сделана тем же самым подобием одного большого цикла, но вызывается некая функция main loop iteration, которая вызывается по таймеру. То есть каждые 10 миллисекунд срабатывает таймер. Но все так сделано из-за проблемы с drill в питоне. Я думаю, может быть, потом от этого вот таймера и задержки в несколько десятков миллисекунд можно будет отказаться. Дальше показ трипланарной карты, вот этой вот самой карты, также происходит по таймеру, то есть с некой задержкой. И показ нейрообратной связи происходит по событию, по триггеру, приходящему от МРТ-сканера. То есть по USB, грубо говоря, к нам приходит некий сигнал раз в секунду, как только у нас произошло следующее сканирование. И к этому привязана вся обработка данных. Соответственно, отдельный процесс на пайхуке сделан, который получает пульс-триггеры, приходящие от сканера. А обработка сделана в MATLAB-процессах, которые вызываются из main loop iteration. Основной вычислительный процесс, отдельный процесс, который показывает нейрообратную связь на основе PsychToolbox, отдельный процесс реализует навигацию по трипланарной карте. То есть у нас вычисление происходит в MATLAB, а визуализация в Python, потому что также вычисления могут, скажем так, ресерчеры захотеть поменять, потрогать и так далее. И есть вспомогательный процесс, в котором параллельно считаются несколько моделей для формирования нейрообратной связи. Ну и, собственно, вот UML-диаграмм всего этого, да, то есть вот они Python-процессы, вот MATLAB-Helper-процесс и вот MATLAB-Core-процесс, который вот реализует, который периодически дергается из Python для обработки этих данных. Ну и, собственно, напоследок, команда, которая всем этим занималась, то есть это куча университетов, это главный застрельщик всего этого дела Юрий Ковш, который в Лозаннском политехе и в Йеле, и ряд других университетов, в том числе наш и Aligned Research. Так, ну и давайте я покажу, как это выглядит. То есть вот он, экранчик, который виден человеку в сканере. Вот это нейтральные картинки. Чуть позже будут позитивные. Это как раз вот кейс с регуляцией эмоций. А вот картинка активности мозга, по которой можно... То есть вот интересующие нас регионы, там по ним можно как-то перемещаться. Вот это один кейс. Давайте дождемся. То есть там 120 срезов проходит и считается некая... Сейчас, где у меня пайчар? Черт. Ну, сейчас расчет вот в этой консольке. Так.
Вот пошел расчет моделей. Там сейчас данные из чего-то мозга загружены, да? Или как? В офлайне режиме нет. Сейчас будет некое вознаграждение, сейчас я поясню. Ну и вот, собственно, человек получил 10 швейцарских франков. Нет, это в офлайн режиме просто скан некого эксперимента записан, и я его беру просто из папки. То есть в онлайн режиме все это работает по приходящим данным. Ну то есть вот они параметры, которые позволяют сказать, офлайн, не офлайн, откуда брать данные, откуда брать шаблоны анатомии и прочее. Вот. Но за экономию времени другие кейсы показывать не буду. Вот. Это сейчас у нас ждет рецензии в журнале NeuroImage. И должно быть, собственно, где-то, я не знаю, надеюсь, что через месяц мы это все дело опубликуем на GitHub'е. Ну, в общем-то, милости просим. Кому интересно, можно, в общем-то, welcome for collaboration, можно принять участие в интересных работах. То есть сейчас этим софтом, несмотря на то, что он не опубликован, пользуются Лозанна, Женева, Цюрих, Барселона, Йель, на очереди Дрезден, Кардифф и так далее и тому подобное. То есть это вот пока до публикации еще. Вот, кому интересно, welcome. Спасибо Артему. Уже народ начал руки. Сейчас подойду всем. Так, кто-то. Здрасте. У меня, собственно, вопрос по поводу NeePipe. Вот есть замечательный NeePipe, в котором есть замечательная обертка над замечательным SPM, которую можно использовать. Вот мне, как питон-программисту, удобнее взять, соответственно, SPM-овские какие-то функции, предобработку моделей и прочее, получить с них данные с помощью NeePipe, и после этого работать над этим в питоне. В чем, собственно, профит будет для меня от использования вашей тулы? Профит будет для тех, кто работает изначально в MATLAB. Вот. На Западе, а вы работаете с функциональным МРТ? Я сейчас работаю со структурным МРТ, но как бы в сторону функционального тоже смотрю. Ну и как бы для структурного на NeePipe все возможные фрисерферы и прочие содержат обертки, и поэтому... Ну мы смотрели в этом направлении, но нам вот народ, который в основном, то есть это и тот же самый Фристон работает, который разработчик SPM и его команда. И, в принципе, все команды ведущих вузов работают в MATLAB. Ну, вообще говоря, мое мнение, что нужно сделать как бы две версии. Одну с вот этими дерганиями MATLAB, а вторую сделать чисто на питоне. Вот мы, собственно, будем двигаться в этом направлении. А вы из какого университета? Вы где работаете? В Скалтехе. И у вас там есть работа с МРТ, это интересно. Ну, если что, можно как-то связаться, потому что я пытался как-то в России это поднять, то есть в Самаре у нас совсем глух, с москвичами тоже достаточно глух, то есть мы сейчас в основном работаем вот со швейцарцами, с Елем. Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Вот уже нашли друг друга уже связи. Так, у кого-то еще вопросы были, я видел где-то тут. Да. Добрый вечер. Я хотел спросить, у американской компании есть такое решение Emoti в компании, которая на голову шапочкой это одевается с электродами. Да. Вот это дело как-нибудь к ней можно прикрутить, чтобы посмотреть, проанализировать? Ну, такая. Ну, шапочка из фольги – это EEG, это электроэнцефалограмма. Да. Вот. А у нас под МРТ там данных, в принципе, больше. То есть, опять-таки, у нас даже функциональный МРТ не охватывает каждый нейрон мозга, да? Там очень много, а шапочка из фольги отдает совсем мало. То есть там, ну, грубо говоря, мы можем понять, в какую сторону мы двигаем руку, но что-то более детальное, там, скажем, то же самое, там, активизировалось у нас амигдала, не активизировалось, мы понять не сможем. Вот. Но, хотя, в принципе, мы думаем о том, что можно прикрутить получение данных, обработку данных для EEG к нашей системе, но это прям вот совсем все новое должно быть. Так, что, вопросы есть? Есть, он там вижу. Спасибо большое. Спасибо. В системах с обратной связью
можно наблюдать резонансы. Это, естественно, ожидать. Ну, понятно, что в томографе резонанса можно не ожидать в железке. Другое дело, что у человека может быть резонанс в виде эпилептического припадка. Вот, вы издеваетесь над эпилептиками? Хороший вопрос. Смотрите, на самом деле до клинического применения и до работы с пациентами, там, скажем, с унимодальными расстройствами, с эпилепсиями и так далее, практически никогда не доходит. То есть вот, вот этот вот кейс с эмоциями опубликован Юрой, по-моему, в Brain. И, собственно, например, просто сделать то же самое на пациентах, ну, например, на унимодальном расстройстве, там коррекцию депрессии сделать на этой штуке, это будет еще одна статья в Brain. Вот, то есть, как правило, до клиники не дотягивают, потому что там медицинская этика, все это. То есть, если это доходит, там, не дай бог, до какого-то действительно больного, там 500 раз перепроверится и, скорее всего, никаких издевательств над пациентом не будет. Но вы, кстати, хорошо спросили. Очень интересно, что когда меряется больной человек, там, скажем, с какими-то унимодальными, бимодальными расстройствами, там гораздо больше импульсного шума. Вот, то есть есть, в принципе, в самом временном ряде есть некие особенности, которые связаны с психологическим состоянием человека. Ну, спасибо, Артём.